Всем привет! Я сегодня приехала на дачу и решила написать такой небольшой совет. Если вы купили небольшой участок земли, то не забудьте сразу поставить какой-то временный забор или колышки забить, веревку натянуть. Я вот 2 года жила без забора. И вот сейчас справа мы начали ставить забор. И по ту сторону забора там мусор. Ну, непонятно, что там. В общем, бардак. И я решила поставить забор, чтобы, ну, видно было, где чья территория и где чья трава, где чей мусор, и чтобы легче так убрать. И когда я начала ставить забор, то были небольшие проблемы. Прибежал сосед и сказал, что я у него отнимаю часть земли. Но я ему объяснила, что я все делаю по плану. Он немножечко успокоился, но не совсем. Так что имейте в виду, если вы купили участок земли, сразу отмечайте, вбивайте колышки, натягивайте веревки, что хотите, но чтобы потом не было проблем. А то вы будете приезжать там в одном местечке копаться, там шашлычки пожарите и уедете, и сосед будет думать, что там ваш кусочек земли и все, и время пройдет. И вам придется тоже спорить с соседом, где ваша земля, а где его. Желаю удачи. Всем пока-пока.